Если будет война, это будет мировая война. Если будет война, это обязательно будет ядерная война. Ну а что такое ядерная война? Вы представьте себе, после этой войны, что останется на этой земле? И все мы почему-то забываем об этом и начинаем рассуждать, а будет ли вообще война, и почему, кто ее нам должен начать, или почему она состоится, какие силы.